Этот маленький блок я хочу назвать «Общество для людей». Вы видите собачью клинику. На собачьей клинике стоят солнечные панели. Для того, чтобы обеспечить эту клинику, она довольно большая, энергией. Мало того, избыток энергии отдается в общую сеть. И зачастую, если у вас много солнечных батарей, и вы избытки энергии отдаете в общую электросеть, вам еще государство или электрокомпании доплачивают. Зачастую те, кто имеет много солнечных панелей на крыше, а солнечные панели дают энергию не только лишь в солнечный день, в пасмурное, когда светло. Вам еще доплачивает, и вы в результате можете пользоваться электроэнергией как бы из общей сети, но при наличии батарей отдавать избыток туда, где вы взяли. Зачастую такие вообще ничего не платят в течение года по общим счетам. А иногда еще оказывается в небольшом плюсе. Кто-то говорит, англосаксы, заткните свои вонючие ротики, дорогие товарищи. Это не англосаксы, это общество сделано для людей. Но в этом обществе не люди для государства или для кучки бандитов, захвативших власть. Кроме всего прочего, отступление. В Соединенных Штатах Америки сейчас большая эпидемия. Кто занимается альтернативным здоровьем, знает. Я нахожусь не в Соединенных Штатах. Я нахожусь в Великобритании, в Англии. В Соединенных Штатах большая эпидемия. Каждый второй житель страны болен раком. Представляете, вы родились, живете, думаете, что вы здоровый, копите бабло, куда-то стремитесь, достигаете какого-то возраста, бац, у вас нашли рак. Естественно, к врачам, туда-сюда, медицина платная, бесплатная, как кому повезет, но в общем за все нужно платить. И то, что вы насундучили, накопычили, вы начинаете отдавать по докторам, жить то каждый хочет. Процент позитивного исхода от лечения болезни рака при современных методах лечения составляет не более 5%. То есть со 100 заболевших человек, 5 человек, оставшись инвалидами, вылазят из болезней после радиотерапии, химиотерапии. А вот альтернативная медицина или не допускает появления раковых болезней, я уже не говорю о здоровом образе жизни и о пользовании не геномодифицированными продуктами питания, такими, как пользовались наши предки. Ведь 100-150 лет назад общество вообще не знало ни диабета, ни рака, никакой другой херни современной, которая возникла благодаря тому, что умные люди заливают поля химикатами, пестицидами, всякой дрянью. Потому что те, кто закрутили бизнес, им выгодно, чтобы вы все по молодости работали как ослы, а потом что ж заработали, отдавали. То есть с правого кармана в левый. Круто? Круто. Поэтому думайте, что вы сеете вокруг себя, думайте, чем вы пользуетесь, и думайте о том, чтобы создавать вокруг себя пространство жизни, а не пустыню смерти. Бай!